Почти полгода одесситы, проживающие в доме Куйбышева 7/9, всеми силами пытаются обратить внимание городских властей на свои проблемы. Каждый шаг в сторону улучшения жилищных условий дается очень сложно, говорят жители дома. Два месяца люди боролись за то, чтобы им подключили свет. 3,5 месяца бились за газ. Ранние холода застали жителей Климовского квартала врасплох. Аварийный дом не законсервирован, а крыша от шквальных осенних ветров ходит ходуном. Сколько она продержится, неизвестно, сетуют одесситы. Там осталась открытая крыша, которая держится, как говорится, не знаю, как она там держится еще. Дело в том, что она полностью открыта. И когда идут эти сильные ветра, вот такие, как сейчас идут, эта крыша не сегодня-завтра может полностью подняться и улететь. Между тем, чиновники во двор дома 7/9 с обещаниями иногда захаживают, говорят местные жители. Но, к сожалению, руки у подчиненных Алексея Костысева так и не доходят до конкретной работы. Обещали, что вот в течение, уже вот-вот придут люди, которые могут оценить нанесенный ущерб и смогут хоть что-то сделать. Вот ВОЗ поныне там. Ничего, никто не приходил, никто ничего не делал. А вот во двор 31-го дома по той же улице, говорят одесситы, чиновники даже не заглядывают. Хотя это аварийное строение до обрушения флигеля дома 7/9 значилось под первым номером в списке на расселение. Все равно там в одном месте течет оно. Ничего не сделали. Никто к нам и не приходил, никто не интересуется нами. Ну страшно, куда деваться. Живем как сколько, не знаю, когда уже нас отселят. Крыши там нет. Что правда, то правда. Крыши над моей квартирой, крыши нет. У меня считается самая аварийная квартира этого дома. Я очень прошу уважаемого Климова подумать о нас и предоставить нам жилье. Все-таки нам очень холодно. Издвигов у нас здесь никаких нет. Так что пусть он подумает о нас. Уже пора. Как рассказали обитатели Климовского квартала, из числа пострадавших вследствие обрушения флигеля дома на улице Куйбышева 7/9, жилплощадь получила только одна семья. Хотя квартирой назвать ее сложно, так как это часть технического этажа новостроя. Но те, кому не повезло, говорят, и таким бы хоромом были рады. Главное, что в относительном тепле, да и крыша не течет. Одесситы Климовского квартала с ужасом ожидают ухудшения погодных условий. Ведь если пойдет снег с проливным дождем, как это часто бывает в Одессе, они встретят стихию в буквальном смысле на улице.